Да чё с тобой? Зачем так делаешь? Что делаю? Что это было? Да расслабься, просто посмеялся. Чё с тобой? Ты очень обидно постебался. Обидно? Да хорош, я докажу тебе, что он не обиделся. Э, Гастер, подойди, братан. Ты обиделся? Да нет, все нормально. Я ж тебе говорил, расслабься, он не обиделся. Брат. Ты обиделся? Так-то есть немного. Я ж тебе говорил, что он обиделся. Я думал пошутить просто. Одно дело пошутить, а другое дело посмеяться ценой обиды кого-то. Не надо было так делать. Аллах говорит в Коране: не обижайте друг друга и не называйте друг друга обидными прозвищами. А ты именно так и сделал. Эх, не надо было так делать. Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ни разу в жизни не издевался и не высмеивал никого. Пойду прощения попрошу. Да, надо бы.